Жительница Самары Татьяна пришла сегодня в отделение банка, чтобы оформить новый продукт – карту жителя Самарской области. Впервые услышала о ней еще в прошлом году и с тех пор ждала запуска проекта. Больше всего привлекли бонусные и скидочные системы для владельцев карт, а также удобный формат с необходимыми данными на оборотной стороне. Зашла буквально 5 минут, оформила карту, все рассказали, смогу ей пользоваться и в общественном транспорте, и в МФЦ. Очень удобная карта. Желающий оформить карту должен взять с собой в отделение банка паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Изготовление и использование продукта будет полностью бесплатным. И покупки оплатить, и записаться на прием в поликлинику. Карта включает в себя функционал не только для повседневных трат, но и для получения различных социальных услуг. Банковский продукт будет содержать данные о владельце, включая номер транспортной карты, номер полиса обязательного медицинского страхования, дату рождения, фотографию владельца, а также уникальный идентификационный номер, который карта получит при выпуске и перевыпуске. Он защитит владельца от мошенников в случае, если продукт был потерян или украден. Сообщается в банк о блокировке карты. Соответственно, банк предоставляет нам информацию о том, что карта заблокирована. Мы у себя в инфраструктуре отмечаем, что вот этот ID, потерянная карта, его необходимо заблокировать до момента перевыпуска карты. Здесь ни о какой потере данных, и мы полностью гарантируем защиту информации при обмене. То есть проект не запускается без необходимых мер по защите персональных данных. Кроме решения финансовых и социальных задач, для будущих владельцев продукта предусмотрели и программу лояльности. Оплачивая картой товары и услуги, держатель получит бонусные баллы и скидки у партнеров программы, которых сейчас больше 20. Это отели, магазины розничной торговли, барбершопы, аптечные сети, а также общепит. Кроме того, проект предусматривает отдельное мобильное приложение для карты, но управлять ей можно будет и через приложение банков-эмитентов. Массовый выпуск карты жителей Самарской области стартовал. Сейчас продукт можно оформить только в одном банке региона. Всего же банков-распространителей в перспективе 3. Также уже совсем скоро продукт можно будет заказать через официальный интернет-портал, не выходя из дома. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.